каждый человек должен любить кого-то. Любовь также для меня это когда два человека, которые любят друг друга, делают для друг друга приятности какие-то. Ну и как по мне, любовь, конечно же, нельзя назвать, когда человек предал тебя, это уже совсем другое. Любовь спасет мир. Любовь — это чувство, которое связывает семью. И я очень рада, что в моей семье царит любовь. Любовь — это когда тебе дарят много подарков. Ты их принимаешь и даришь в ответ тоже много подарков. А еще любовь — это когда ты даришь друг другу тортики, потому что они вкусные. Любовь — это чувство светлое, вечное, которое живет в наших сердцах и делает нашу жизнь счастливее. Любовь — это счастье. Любовь – это чувство к родителям, к родным и ко всем людям, которые тебя окружают. Любовь для меня – это когда два человека нравятся друг другу. Они хотят быть вместе, хотят дарить друг другу радость, добро и счастье. We love English City!